Продолжается реализация социальных проектов обеспечения жильем детей-сирот. В Алексеевском районе сегодня вручили ключи от новых квартир 4 жителям района, имеющим статус оставшихся без попечения родителей. Также 7 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили сертификаты на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья. Суммы материальной помощи от 600 тысяч до 1 000 000 рублей. Сертификаты и ключи от квартир алексеевцам вручил глава администрации района Станислав Сергачев. У нас 3 детей, старшей дочери 13, средней 11 будет и младшему 3 года. Спасибо большое. Потратим деньги на строительство.